Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня мы находимся в нашем любимом уже многими магазине «Светофор» на проспекте Александровской фермы 17А. Пойдем посмотрим новиночки, которые сюда приехали, город Санкт-Петербург. И начну свой обзор с бумаги туалетной хозяюшка. 72 метра в рулоне, 6 штук в пакете, 42,90 это за 6 штук. Ну, по качеству бумага, смотрите, какая. Ну, кто хочет бюджетно закупиться туалетной бумагой, пожалуйста, в «Светофоре». Смотрите, какая классная новинка. Водоочиститель кувшин Aquaphor Light 184,90. Вот так этот кувшинчик выглядит. Очень симпатичный. Там внутри фильтр. Здесь идет подробная инструкция, как устанавливать новый модуль очистительный. Гарантия. И производит его город Санкт-Петербург. Кувшин рассчитан на 2,8 литров. Почти на 3 литра, в общем. А также сразу можно приобрести модуль смены фильтрующий Aquaphor 82,90. Вот он идет как раз для этого кувшинчика, 170 литров, отличная цена, он рассчитан. Вот такой же фильтр прилагается и к кувшину, но я не буду его доставать. Еще одна просто отличнейшая новинка, это блендер погружной, стальная насадка, 554,90. Стандартный погружной блендер, вот такой вот, одна кнопочка здесь всего. Симпатично упакован, максимальная мощность 600 ватт, лезвие изготовлено из нержавейки. Вообще они могут быть разных цветовых вариаций, вот в этом случае светлый рубин. Вот здесь все, значит, характеристики у этого блендера: всего один скоростной режим, изготовлено, конечно же, в Китае. Если кто-то уже использовал такой блендер, пожалуйста, напишите, как ваши отзывы. И смотрите, еще мясорубка электрическая, Марта 800 ватт, 1500 рублей, 1515,80. Смотрите, еще здесь вот такая надпись. Раньше в «Светофоре» тоже были мясорубки, но немножко, мне кажется, другой фирмы. Также здесь, вот здесь показываю вам все, значит, характеристики: максимальная мощность 800 ватт, есть разные расцветки этих мясорубок, в данном случае белый цвет, производство, конечно же, Китай. И вот здесь написано, что в комплект входит две решетки для приготовления фарша. Вот здесь по традиции уже одна из коробок была раскрыта, покажу вам эту мясорубку без насадки. Вот здесь вот просто кнопочка ON. Ну и стандартная вот такая вещь в каждой мясорубке обычно прилагается. Сразу вам покажу белизна Shineline 3 литра 39,60. Я эту белизну первый раз в таком объеме вообще вижу, чтобы белизна продавалась в такой емкости. И производит эту белизну город Казань. 3 литра. Еще одна новинка, корзинка ротан кружева 39 на 29 на 17,5, 186,90. Вот такая симпатичная корзиночка. Музыка играет очень громко в этом магазине. И, кстати, ее производит тоже Республика Татарстан. Все мы знаем, что в фикс-прайсе огромное количество всяких емкостей. Вот таких вот тоже в Татарстане произведенных. Очень симпатичная корзиночка. Их даже вот так как-то можно составлять друг на друга, в принципе. Вот еще первый раз вижу жидкое хозяйственное мыло 1 литр 37,30. Здесь 1 литр и написано, что это аналог хозяйственного мыла. И, кстати, производит его тоже Татарстан. А все, сейчас покажу вам, что я точно, например, куплю. Сумка, корзинка 20 литров 194,90. Смотрите, какие огромные корзинки здесь привезли. Повторюсь, что объем этих корзинок 20 литров. Единственное, вот здесь вот немножко пластик, да, так отслаивается, но его можно просто подрезать. А так вместо ведра для сбора урожая даже ее можно вполне использовать. Еще есть приятный мятный цвет, как мы любим. И производит эту сумку-корзинку тоже Татарстан. Ну, классная, красивая. В ней даже, может, игрушки можно хранить. Она такая большая, 20 литров, представляете, да? Губка для посуды 5-минутка, 10, макси 15,90. Производят эти губки Новосибирск. 10 штучек, 15 рублей. 15,90. Сегодня просто очень много классных новинок, которые нравятся лично мне. Органайзер с кладкой 6 литров, пластик 98,90. Вот такой классный органайзер. Внутри вкладочка. И здесь цвета приятные. Он прозрачный. 6-литровый. Видимо, большая поставка из Республики Татарстан была. Видите, тоже производство Татарстан. У этого коробка вот такая классная крышечка и вот такие вкладки.
И смотрите, сейчас много лежит капуста цветная 99,90, смесь мексиканская 92,90, фасоль 190, это все за килограмм. Вот, посмотрите, как удобно, цветная капуста по килограмму, все это производится, расфасовывается в городе Санкт-Петербурге. По-моему, это тоже производство, что Морозко делает на Васильевском острове города Санкт-Петербурга. Вот еще такая смесь, и вот зеленая фасоль очень вкусная. Салатник 630 мл, 15 см, фарфор 102,90. Изготовитель Китай. Еще в таком же стиле салатничек. Тоже Китай. В таком же стиле есть тарелка глубокая 20 см, 99,90. И еще плоская тарелка 21 см, 96,90. Вот такая вот. Все это Китай в одной серии. Помимо предыдущей расцветки, есть вот все варианты. Еще мисочки, тарелочки вот в таком оформлении. Доска разделочная 32 на 20, 44,90 пластик. Производит город Красноярск. Еще отличная новинка. Новые кастрюльки появились. 2,9 литра, изготовлены в городе Санкт-Петербург. Такие стандартные кастрюльки. И цена этой кастрюльки 312,92 литра, как я вам сказала. И эта кастрюлька еще есть в горошек. Вот такая вот. Саба детский из ЭВА 100 рублей 90 копеек. Они похожи на саба, которые продаются в фикс-прайсе. Тоже очень большой там вариант. И там, по-моему, 99 рублей они стоят. Еще вот такие вот резиновые шлепанцы для женские появились. Называются тапочки женские, произведены в Удмуртии. Кстати, по цене на тапки не сориентирую, но здесь по качеству надо все очень хорошо смотреть. Кружка керамическая, палитра 350 мл, 51,90. Это китайские кружечки. Они есть тут в разных цветах, но посмотрите, кое-где здесь сколы есть. Очень похожие кружки продаются в фикс-прайсе. Смотрите, еще тарелка глубокая, 20 см, 99,90. Вот такой расцветки. Это тот же производитель, та же Китай, та же фирма типа Корал, которая в предыдущих тарелочках была. И, видимо, тут такие же наборчики, только еще вот в таком дизайне. Еще вот такая тарелка 96,90, тоже она была, 21 сантиметр фарфор, вот такой дизайн. И самый маленький салатник, который 280 мл фарфор, 53,90. Здесь вот интересные боковины. Отличная новинка. Еще одна приехала в светофор. Коврик для ванной 40/60. Шинил в ассортименте 160,90. Смотрите, у нас здесь две расцветки. Еще внизу там темно-коричневая расцветка этого коврика. Выглядит он очень прилично. Вот даже есть вот такой крючочек. Это производство Китай, 100% полиэстер. Но коврик упакован в отдельную упаковку. Все достаточно прилично, как я и сказала. Еще одна новинка. Скатерть клеенчатая с бейкой 130/110. 89,90. Так, здесь нет, это я вам уже показываю шторку для ванны. Что касается скатерти, вот заботливые покупатели уже развернули упаковку, и мы видим там вот такой симпатичный рисунок. Кто любит клеенчатые скатерти, вот, пожалуйста, вам светофор. Здесь на самом деле очень много разновидностей этих скатертей, окрасок, и производит эти скатерти город Тверь. По составу это ПВХ полиэфир. Ну и здесь же покажу занавес для ванной комнаты 180 на 180 сантиметров, 53,90. Здесь огромное количество этих занавесок лежит, аквасола, 10 колец входит в комплект. И эти занавески приехали вместе с клеенками из города Твери. Расцветки также разнообразные. Есть даже цветочки, бабочки и куча всяких других, значит, занавесок. Ищите. Чистая линия не перестает поставлять свою продукцию в светофор. Шампунь для всей семьи 750 мл, 91,90, стоит целый палет. Выглядит он вот так, называется березовый шампунь для всех типов волос. Как я сказала, здесь 750 мл, ну, изготавливает Unilever, понятно.
В городе Москве у них производство тоже есть. Второй раз приезжаю в светофор, и здесь все еще стоят эти принцессы Дисней, смотрят на меня, очень классные куклы, нравятся они мне. Наверное, если еще раз я сюда приеду, скорее всего, я ее приобрету. Здесь абсолютно разные принцессы, их, видимо, довозят, и стоимость их 992 рубля, по-моему, до 1000 рублей. Вот такая машинка пластиковая Автоспорт 193,90. Ну, насколько я понимаю, это вот этот вот сортер. По крайней мере, на его коробке был этот ценник. Вот, покажу вам вот этот сортер такой детский. Здесь и пирамидка тебе. Производит этого тигренка Украина. Все еще, кстати, в светофоре лежат остатки, видимо, роз, саженцев. Все я показывала в предыдущем ролике. Значит, ссылочка на эти ролики будет внизу в описании. Здесь саженцы малины, розы, крыжовник, смородина. По продуктам тоже быстро пройдусь. Нектар вишневый с подсластителем 3 литра 70,90. Производит его город Саратов. И вот здесь в таких 3-литровых банках стоит этот нектар. Появились хлопья 7 злаков, 400 грамм, 21,80, требующие варки. Производит город Орел, масса 400 грамм. И здесь хлопья овсяновые, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные, пшенные и рисовые. Томатная паста «Московский купец» 25%, 1 килограмм 48,90. Здесь просто меня удивил развес, целый килограмм. Здесь томатная паста, вода и соль. И производится она в Балашихе. Еще кабачки по-домашнему 510 грамм, 52,90. Вот такие вот кабачки. Состав показываю, здесь, собственно, ничего такого нет. Регулятор, здесь идет уксусная кислота. И производит город Астрахань, Астраханский консервный завод. Еще приехали новые персики, половинки в сиропе, Dolce La 850 мл, 94,90. Изготовлены они в Южноафриканской республике. И внутри 480 грамм именно персиков, а сама баночка 825 грамм. Здесь кое-где есть заломы. Вот такие персики. Цукаты 500 грамм, 136,90. Написано изготовитель город Санкт-Петербург. Масса 500 грамм. Вот такие цукаты. Вот тоже новинка, не помню такого. Шоколадо-молочная паста Multimix 750 грамм, 97,80. Полосатый рейс. Производится в Санкт-Петербурге. И вот так вот покажу вам состав. Почитайте. Очень много своей продукции завезла сейчас. Фрутоняня, сок яблочный, осветленный фрутоняня малышам, 0,33 литра, 21 рубль. Он идет с трубочкой. И здесь же пюре фрутоняня из говядины для детского питания, ранний возраст, 80 грамм, 45,90. Напишите, пожалуйста, в других магазинах, поскольку вы покупаете это вот питание. Кстати, здесь есть пюре фруктовая неженка, 450 грамм, 44,90. Оно изготовлено в Воронеже. И вот это пюре фрутоняня из яблок, бананов и груш, 33,90 за 130 грамм. Я вам уже показывала даже в своем обзорчике покупок из светофора. Вкусная штука. Ну, как и все вот такие пюре, собственно. И здесь вот еще есть огромный палет вот с таким пюре от фрутоняни, яблочное пюре. Здесь 250 грамм, насколько я понимаю. И, к сожалению, цену я не могу никак на него найти. Очень-очень много этого пюре приехало. Ну, фрутоняне все мы мамочке доверяем, поэтому не опасно его абсолютно. Да, 250 грамм. Оно без красителей, без ГМО, без искусственных добавок, а еще и без консервантов. Спокойно можно брать. На глаза попалась рыбка вяленая в ассортименте, 300 грамм, 168,90. Производится эта рыбка в Ленинградской области, Гатчинский район. Очень много завозят попкорна в ассортименте, 300 грамм, 43,90. Попкорн аж из Новосибирска к нам в Санкт-Петербург едет. Далековато. Еще хочу сказать, что очень много мелких частиц в этом попкорне. Просто горы кексов вот этих вот для детского питания 3+ приехали. Здесь масса 500 грамм. Город Фрязино производит очень много коробок с этими кексами. Здесь и на выходе еще стоит. А вот по цене не сориентирую, к сожалению, никак не могу найти ценника. Смотрите, печенье бисквитное Кико в глазури с начинкой в ассортименте 1,2 кг, 189,90. Огромная упаковка этого печенья. Изготавливает его Самарской области, на него идет сейчас желтый ценник. В светофоре, да, тоже бывают товары с желтыми ценниками, значит, акция 189,90. И не меньшее количество зефира здесь лежит, 112,90, 1 килограмм. Зефир этот производит город Тверь, в таких вот упаковках он приехал.
А еще много зефира глазированного с ароматом ванили. 140-90. Это та же город Тверь. Производит тоже в таких же упаковках он приехал. Конфеты помадные к чаю 1 килограмм 94,90. Производит город Москва. Конфеты эспрессо 1 килограмм 173,90. Ценничек, видите, такой свеженький. Приехали они недавно. Очень большой выбор кондитерских именно изделий в Светофоре. Производит Ленинградская область. 1 килограмм вот таких конфет эспрессо. Кто пробовал, подскажите, пожалуйста, вкусно. И вот еще некий аналог Рафаэлла. Если не хотите переплачивать за Рафаэлла, можно купить набор вафельных конфет со вкусом сливок и кокоса Мадлен 150 грамм. 62,40. Едут они к нам аж из Новосибирска опять же. Вот такие конфетки. Упакованы ровно так же, как Рафаэлла. То есть... Выглядит так. А Рафаэлла, подскажите, сколько стоит сейчас? Смотрите, в холодильнике лежит огромное количество потасу по цене 67,90 за килограмм потасу замороженное. А воронка с гибким носиком Лейка 135 мм 45,90. Написано, что изготовлена в России. Вот такая воронка. Носик действительно гибкий. Ребят, нашла лопату штыковую. Все великолепно, только никак не могу вам найти ценник на эту лопату. Ну, огромные очереди здесь на кассах. Стоять с товаром, я не знаю, простою тут полдня. Зато вижу кустодержатель смородина 161,90. Произведено в России. В состав входят две трубы. Нет, одна труба 2 метра, 4 трубы по полметра, угольник, муфта и опора. Тоже опора 4 штуки, угольника 4 штуки. Вот такой вот набор, и он предназначен для того, чтобы держать ваши кусты смородины. Нужная вещь. Смородина очень конкретно разрастается. Вот что я вам очень хотела показать. Это табурет плетеный высокий в ассортименте 213,90. Вот этот табурет, он вам ничего не напоминает. Ровно такой же практически табурет сейчас стоит в экспрессе, только в два раза ниже этот табурет. Здесь он также представлен в двух расцветках. И это высокий табурет. И стоит 213,90. По высоте опознавательных знаков нету, но здесь, наверное, сантиметров 60 в нем. Отличный, кстати, унибокс 31 литр с крышкой пластик. 241,90. Приехал Светофор. Вот такой вот контейнер. Кстати, он приехал тоже из Республики Татарстан. 31 литр, здесь емкость. Закрывающая часть здесь вот такая. Крышечка. Большой бокс. Можно, например, под кровать что-нибудь спрятать в этом боксе. Таз 9,5 литра, пластик 41,90. Производят и китайзики, Смоленск. Кстати, еще синенькие здесь есть. И появились домкраты 2 тонны 606,90. Как всегда, здесь уже кто-то постарался разобрать домкрат. Вот так он выглядит. Произведено в Китае. И приехали дешевые сифоны для раковины с отводом для стиральной машины 107,90. Вот так они выглядят. Простенькие сифончики. Произведены в Смоленской области. Полипропилен ПВХ. Металл. Ароматизатор воздуха под сиденье автостоп 120-70. Здесь есть абсолютно разные ароматизаторы. 200 грамм здесь всего. Со вкусом жевательной резинки. Пина колада, ваниль, лимон. Под конец моего обзора зашла в холодильник. Здесь конкретно надо одеваться. Очень холодно, молодцы. Температурный режим соблюден. 500 грамм 90. 8 скумбрия кусочки. Производит скумбрию компания «Океан» Нижегородская область. Вернее, Новгородская область, извините. Охлажденные кусочки пряного подсола. И здесь же крупная жирная сельдь атлантическая, слабосоленая, 1300 грамм. Не скажу вам стоимость, производитель тот же «Океан», только ее, видимо, выставили. Вот она в большом количестве здесь стоит. Салат из морской капусты, витамины с растительным маслом, 450 грамм, 50,90, тот же «Океан» производит. Это кисломолочный «Тан Айран», 1 литр, 32,90. «Витамилк», некое производство. И производит его Ярославская область, город Переславль, извините.
А здесь есть и айран по 32,90, то есть и тан, и айран. Сыр сливочный мелье 1 килограмм 359,90. Он здесь расфасован вот таким образом. Конечно, для сыра отличная цена, можно брать... Да, забыла сказать, что производится кошкинский мясо молочное. В общем, молочный завод кошкинский. По традиции очень много местных продуктов. А на каких-то полочках уже все разобрали, хотя свежий ценничек. Действительно, народа очень много, сегодня вторник, а количество народа просто огромное. Покажу вам просто желтые ценники, это значит акции 269,90 за килограмм. Кстати, еще привезли вот такой продукт с плавленным сыром, сливочный 400 грамм. И приехала у нас из Новосибирска, опять же, по цене опять не сориентирую. Только что выставили. Я сейчас возьму вот эту чудесную сумку-корзинку за 194,90 в мятном цвете и счастливая поеду домой. Вот такие новиночки я хотела показать вам в магазине «Светофор». Сегодня огромное количество новинок. Ролик получился длинный. Я надеюсь, вы досмотрели его до конца. Не забудьте поставить мне лайк. До свидания, до новых встреч и до новых обзоров.